Неоднократно обращались в управляющую компанию «Прогресс», чтобы очистили крыши от сосулек, но ничего никто не очищает. То есть к нам люди ходят в аптеку, и как бы и дети, и старые, и все. Но это очень опасно, потому что я смотрю, что не очищают крыши от сосулек и от снега. И как были они, так и висят. Только вот поставили такие вот ограждающие ленточки для того, чтобы люди как бы все-таки были внимательные. Ну, а больше ничего. Сосульки действительно уже очень длинные, большие. Это очень опасно, потому что, сами понимаете, если она упадет на голову, это будет травма такая, что все стараемся отойти подальше от дома, чтобы сосульки, если упадут, то не задели людей.